Передовые технологии в травматологии и ортопедии. В Караганде открылась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Хафиса Макажанова. На конференцию съехались ученые из Германии, Китая, Австралии и других стран мира. Более 300 участников прибыли из разных стран мира на международную научно-практическую конференцию. В фойе театра имени Сейфуллина представители компании представили свои новейшие разработки в области фармацевтики и медицинского оборудования. К примеру, этот операционный стол позволяет на нем же делать рентген-снимки. Вес, который он выдерживает, то, что он выполнен из карбона. То есть можно, карбон для чего, чем хорош, то, что можно сделать снимки, рентген-снимки. И если, сами понимаете, металл на металлическом столе сделать, то не будет видно, кость видно не будет. Здесь он выполнен из карбона, то есть вот эти все остальные части, которые выдвигаются. То есть можно сделать снимок уже непосредственно после того, как провели операцию, отсоединили это, прямо на столе сняли, подогнали его, сфотографировали и убедились, что вы все правильно сделали, какую-то из металлоконструкцию. По версии Всемирной организации здравоохранения, от травматизма ежегодно погибает 5 миллионов человек. Еще больше получают телесные повреждения. Организаторы ждут от этой конференции предложения в лечении травм, которые, возможно, будет реализовать на практике уже в ближайшее время. Примечательно, что данный симпозиум посвятили человеку, внесшему неоценимый вклад в становление и развитие травматологии и ортопедии в Центральном Казахстане. Именно Макажанов внес большой вклад в развитие травматологии ортопедии в Центральном Казахстане. Да не только в Центральном Казахстане, и вообще в республику нашу. Внес большой вклад в развитие школы травматологии ортопедии Казахстана. Он был предан истинной медицине. Медицина бескорыстная, гуманная. В рамках конференции пройдут мастер-классы от мировых ученых в области травматологии. Также в ходе форума заслуженных деятелей и ветеранов медицины наградили почетными медалями. Айгерим Бухтаева, Рустам Бараев, Айдос Садыков, 5 канал.